С января 2019 года в нашей стране начато вещание цифрового телевидения. Россияне получили возможность смотреть 20 обязательных общедоступных телевизионных и 3 радиоканала. Они будут бесплатными. В Краснодарском крае переход на цифру будет осуществлен в июне. К этому времени необходимо позаботиться о том, чтобы ваш телевизор смог принимать сигнал Т2. Что для этого нужно, смотрите в следующем материале выпуска. Эра аналогового телевидения в России закончится с началом 2019 года. Правительством разработана программа замены аналогового вещания на широко используемое цифровое. Прием сигнала в формате DVB-T2 обеспечивает более качественное изображение и большой пакет телеканалов. Отключение вещания в аналоговом формате будет поэтапным. До конца 2019 года жители даже самых отдаленных регионов страны смогут смотреть свои любимые передачи в отличном качестве и в большом объеме. В Краснодарском края аналоговое вещание будет отключено в июне следующего года. Для того, чтобы не остаться без любимых телепрограмм, уже сейчас необходимо позаботиться о возможности приема вашим телевизором цифрового сигнала. Если у вас телевизор, приобретенный после 2013 года, то в нем наверняка есть встроенный тюнер формата dvb t 2 который и должен автоматически принимать цифровой сигнал. Для этого достаточно проверить настройки и подключить к нему дециметровую антенну. Приобрести ее можно в любом магазине торгующим, бы техникой. Если телевизор более старый, необходимо будет там же дополнительно купить приставку для цифровых каналов. Подключение и настройка телевизора не займет более 10 минут. После того, как будет установлена антенна, она может быть наружной или комнатной, ее необходимо подключить к приставке. Затем саму приставку подключить к телевизору с помощью кабелей, которые идут в комплекте в соответствии с цветом входа. Включить телевизор, выбрать вход, к которому подключена приставка. И включить саму приставку. Затем с помощью помощью меню завершить настройку телевизора и включить автопоиск каналов. Цифровое телевидение настроено. По любым вопросам, касающимся настройки цифровых каналов, можно обратиться в Единый информационный центр на федеральную горячую линию РТРС по телефону 8 800 220 2002 или Центр консультационной поддержки Краснодарского КРТПЦ 8 861 262 25 13, а также на информационный интернет-портал по адресу rtrs.rf.